Испытать себя, взбодриться на свежем воздухе и вспомнить одного из лучших педагогов. Школьники промышленного района Самары приняли участие в лыжных гонках на Кубок памяти Николая Вениаминовича Давыдова, учителя физкультуры, лицея технический. Воспитанники и коллеги вспоминают его как человека и профессионала с большой буквы. Он сам лыжник, светлый души человек, то есть... Во всех соревнованиях вторая школа принимала участие, потом это стал технический лицей. Вот. Я после армии пришел работать в школу. Вот мы на протяжении 20 с лишним лет, наверное, даже больше 25 лет выступали в соревнованиях. Вот. Во всем, чем мог, Николай помогал. То есть я просто-напросто, честно говорю, слезы это вот. Об этом человеке плохого никто не мог сказать. Коллеги, друзья, методическое объединение учителей физкультуры предложили зимнее первенство района по лыжным гонкам, которое ежегодно проходит в парке Воронежские озера, в этом году посвятить памяти Николая Давыдова. Администрация промышленного района идею сразу поддержала. Среди участников соревнований много его воспитанников. В жизни повезло поработать с таким человеком. Был отзывчивый профессионал с большой буквы. Его очень сильно любили дети. И он работал, полностью отдавая себя своей профессии. В первенстве приняли участие 23 команды по 24 человека. Это ученики общеобразовательных и спортивных школ, учреждений дополнительного образования. В промышленном районе занятия спортом стараются поддерживать. На территории закреплено 27 тренеров по месту жительства. Они работают как с детьми, так и со взрослыми жителями, с людьми серебряного возраста. На всех общественных пространствах – это парки, парк Гагарина, парк Воронежские озера, парк Молодежный, Солнечная поляна. У нас ведут спортивные занятия тренеры по месту жительства. И именно такие виды, как скандинавская ходьба, футбол, общая физическая подготовка. Конечно, люди, не только школьники, выходят из своих квартир и вместе с нашими тренерами стараются заниматься и поддерживать себя в хорошей спортивной форме. Победителей лыжных гонок определят как в личном, так и в командном зачете. Кубок памяти Николая Вениаминовича Давыдова планируют сделать ежегодным. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События.